Военная авиация имеет большой арсенал боевых средств для разрушения военных и гражданских объектов. Эффективным средством борьбы с самолетами, вертолетами и другими воздушными объектами в настоящее время являются ракеты переносимых зенитных комплексов «Игла-1» и «Игла». При вашем желании достичь еще большей эффективности этих комплексов может возникнуть необходимость увеличения количества одновременно запускаемых ракет по одной цели. Кроме того, в ходе длительного несения боевого дежурства вам необходимо сохранять на надлежащем уровне физическое состояние стрелка-зенитчика. Эти сложные задачи может очень просто решить оригинальная опорно-пусковая установка «Джигит». Обращаем ваше внимание, все достоинства зенитных ракет «Игла-1» и «Игла» сохраняются и умножаются на нашей установке. «Джигит» — единственная в мире установка, которая обеспечивает залповый пуск зенитных ракет одним стрелком-зенитчиком. Наша опорно-пусковая установка прекрасно адаптируется в систему противовоздушной обороны военных и гражданских объектов, командных пунктов, радиолокационных станций, стационарных ракетных пусковых установок, электростанций, морских терминалов, нефтехранилищ и других объектов. Сидя в удобном кресле, достаточно повернуть установку в сторону цели, нажать 2-3 кнопки на рукоятках, нажать пальцем на спусковой крючок, и ракеты поразят цель. Для обеспечения круглосуточного боевого применения установка снабжена прибором ночного видения. Он позволяет в условиях полной темноты обнаружить и опознать цель, произвести наведение установки и пуск ракет в цель на расстоянии до 5 километров. Установка сопряжена с наземным радиозапросчиком, работающим в стандарте НАТО, и блокирует возможность пуска ракет по своим самолетам. Опорно-пусковая установка может быть развернута на любой площадке или на специально оборудованном колесном или гусеничном транспортном средстве. Опорно-пусковая установка выполнена из коррозионно-стойких материалов и надежно работает в любое время года и в любом климатическом районе земного шара. Небольшая по габаритам и массе, не требующая специально подготовленных площадок для развертывания, простая в боевом применении, обладающая высокой эффективностью поражения целей, опорно-пусковая установка «Джигит» может с успехом применяться для защиты различных военных и гражданских объектов.